спам или фишинг, взлом аккаунта, нам же кажется, что с нами никогда не случится. Поэтому сейчас важно именно смотреть в сторону беспарольного флоу, заходить по биометрии и не бояться ее сдавать. К хорошему быстро привыкаешь. И спортзал, когда он какие-нибудь вкусняшки приносит на кухню. Мне кажется, мы все такие спокойные и уравновешенные. Нас удивить сложно. Для меня ВК — это место, где мне хорошо. Ребят, всем привет! Собственно, меня зовут Татьяна Станкевич, и я являюсь ведущим менеджером по продукту в компании ВК. Чем занимается наше подразделение ВК Протект? На самом деле мы занимаемся разработкой прикладных механизмов обеспечения пользовательской безопасности, а также созданием сквозных микросервисов по защите данных. Вот. Но сегодня я хочу поговорить о том, как же мы защищаем наших пользователей на уровне подсистемы идентификации и аутентификации. Тут сделаю небольшое отступление. Защищаем мы пользователей, безусловно, не только на уровне аутентификации. Мы работаем с механизмами различных подсистем, системы защиты. Это и система регистрации учета, и контроль целостности, и криптографическая защита. Вот. Но почему сегодня хочется поговорить именно про идентификацию и аутентификацию? На самом деле это именно тот первый этап, который позволяет нам защитить пользователя от злоумышленника. Почему? Потому что если мы даем нашим пользователям безопасные механизмы входа, доверенные механизмы входа в свой аккаунт, то в принципе мы уже на этом этапе исключаем взлом этого аккаунта. И нам уже не нужно думать о том, чтобы внедрять какую-то антифрод-систему, которая будет анализировать изменения пользовательского поведения, появление каких-то новых идентификаторов в его авторизационном профиле. Собственно, мы уже пользователя защитили. Однако пользователи привыкли заходить в свой аккаунт по паролю, для них это привычный паттерн поведения, поэтому здесь нужно работать. Ну и в рамках своего доклада я расскажу о том, что такое провайдер идентификации и аутентификации. Дальше будет такой небольшой теоретический блок про уровни доверия к различным способам аутентификации. И далее пройдемся по каждому из них и как провайдер идентификации и аутентификации каждый из этих уровней обеспечивает для своих пользователей. Что же такое ВК-ID? На самом деле ВК-ID появилась не так давно, примерно в 2018 году. Это провайдер современных методов идентификации и аутентификации. Но аутентификация, она началась еще на уровне ВКонтакте, примерно там в 2003 году началось ее развитие, то есть парольная аутентификация существовала давно, развитие началось примерно в 2012 году. Далее мы начали понимать, что та экспертиза, которую мы нарабатываем в процессе развития подсистемы идентификации и аутентификации, она нужна многим. И не только внутри экосистемы, но и нашим внешним партнерам. Поэтому был создан провайдер идентификации и аутентификации, и сегодня он доступен не только сервисам экосистемы ВК, но и нашим партнерам. Мы даем возможность очень быстро поддержать все современные механизмы идентификации, аутентификации, авторизации через встраивание SDK и через прямую интеграцию с API. Собственно, небольшая такая вводная. И дальше будем говорить о том, какие же факторы аутентификации на сегодняшний день ВК-ID предоставляет своим партнерам. Здесь еще такое небольшое отступление. Про авторизацию мы сегодня говорить не будем. То есть под систему разграничения прав доступа это у нас прям отдельный такой трек. Про него будем рассказывать чуть позже. Там тоже есть чем поделиться. Чуть позже, не сегодня. Итак, уровни доверия к результатам аутентификации. Тут, наверное, будет вопрос уровня доверия к результатам аутентификации, чего, кого, когда.
Собственно, если говорить таким научным языком, то это уровни доверия к результатам подтверждения подлинности субъекта доступа. Если более понятным, то это насколько мы уверены в том, что в аккаунт вошел реальный пользователь, а не злоумышленник. И согласно классификации существует три уровня доверия. Это низкий, средний и высокий. То есть низкий — мы не уверены в том, что пользователь, вошедший в аккаунт, является реальным. Средний уровень — ну, имеем какую-то среднюю уверенность, что да, это он. И высокий уровень — мы прям на 100% уверены, что в аккаунте сейчас находится реальный пользователь. Простая аутентификация, она всегда однофакторная. И, как правило, это парольная аутентификация. Односторонняя — это значит, что только клиент подтверждает себя серверу. То есть наш пользователь чисто в теории может подключиться к серверу злоумышленника. Усиленная аутентификация, она уже обязательно многофакторная и при этом может быть либо односторонней, либо взаимной на усмотрение разработчика. Собственно, последний уровень, высокий уровень доверия и строгая аутентификация, или раньше ее еще называли аутентификация по сертификатам. На самом деле это не всегда по сертификатам, главное, что в этом типе аутентификации используются криптографические протоколы. Она всегда будет взаимной, то есть клиент подтверждает себя серверу, сервер подтверждает себя клиенту. Исключены риски подключения к каким-то сторонним ресурсам, и при этом она может быть двухфакторной и многофакторной. Ну и давайте теперь подробненько по каждому уровню доверия и по тем факторам, которые поддержаны в ВК-ID для каждого из этих уровней. Низкий уровень доверия на сегодняшний день в провайдере представлен парольной аутентификацией. Безусловно, это самый ненадежный способ и уязвимый. Знакомые всем способы подбора пароля от аккаунта пользователя — это использование слитых баз, использование словарей и просто простой перебор символов. Ну, вот, наверное, в левой части слайда как раз то, о чем говорила Тома. Многие могут увидеть вот какие-то свои пароли, которые когда-то были установлены у него на учетной записи в каком-то сервисе. Мы подготовили статистику о том, какое количество времени злоумышленнику потребуется для взлома паролей, содержащих разный набор символов и разное количество этих символов. Собственно, вот если посмотреть там на шестисимвольные пароли, они даже независимо от того, какой состав этого пароля, будут взламываться злоумышленником мгновенно. И, безусловно, чем длиннее пароль, тем большее количество времени потребуется для того, чтобы его подобрать. Помимо брутфорса, у парольной аутентификации существует еще важная такая слабая сторона. Это возможность получения пароля методами социальной инженерии. Наиболее распространенные из них, вы знаете, это телефонное мошенничество и фишинг. По сути, мошенник в данном случае у нас является очень хорошо подготовленным, он знает манеры, слабости пользователя, и он хочет получить от нас деньги либо какие-то конфиденциальные данные. Собственно, он приходит и через телефонный звонок, через подделку какого-то ресурса, на котором требуется аутентификация по паролю, эти данные все получает. Ну и с каждым днем количество сервисов, которыми мы пользуемся, безусловно, растет. И растет количество паролей, которые для этих сервисов требуются. Это приводит к тому, что один пароль мы устанавливаем на многие ресурсы. Если все-таки мы выбираем вариант разных паролей, то начинается история с записью этих паролей в легкодоступных местах, стикеры, записная книжка в телефоне. Ну и, собственно, опять уязвимости, которые могут привести к взлому аккаунта пользователя. Еще важно бывает и то, что часто пользователи для личных ресурсов и для каких-то рабочих, корпоративных используют один и тот же пароль. Ну и пришли мы к тому моменту, когда понимаем, что от этого способа аутентификации нужно уходить и мотивировать пользователей также на отказ от него.
Но здесь мы сталкиваемся со сложностями, которые можно условно разделить на две группы. Это сложности для пользователей и сложности для самой компании. Для пользователей нам необходимо их убедить в том, что их стандартный паттерн поведения, складывавшийся там годами, он небезопасен. Это сделать не так просто. Вот нам в комментариях в сообществе пишут: да, я всегда заходил по паролю, буду по нему и дальше заходить в сервисы. Но для компании, безусловно, там отказ от паролей, поддержка новых методов аутентификации — это и значительные инвестиции в разработку, это и расходы на поддержание там, тех же одноразовых кодов, которым в первую очередь склоняется компания при отказе от пароля. Ну, собственно, эти сложности, с которыми сталкиваются все, но их преодолеть вполне себе возможно. И как их можно преодолеть? Ну, следующий уровень доверия — это средний уровень доверия и двухфакторная беспарольная и беспарольная аутентификация, которые поддержаны на уровне ВК-ID. На сегодняшний день беспарольная аутентификация представлена несколькими способами. Ну, тут даже, наверное, не несколько способов, а несколько вариантов доставки фактора, подтверждающего вход при беспароле. Доставляем одноразовые коды на привязанный телефонный номер пользователя. Разными вариантами — это смс-ка, это звонок-сброс, это просьба пользователя позвонить на номер, который мы ему высылаем, и возможность получения этого одноразового кода через пуш. Беспарольным пользователем сегодня стать просто. Ну, пользователь заходит в настройки ВК-ID и просто удаляет пароль. Если пользователь все-таки настроен на дальнейшую работу с паролем, то он может стать двухфакторным пользователем, что также обеспечит ему средний уровень доверия при его процедуре аутентификации. Новые пользователи, которые к нам приходят, на сегодняшний день уже парольными пользователями стать не могут. То есть мы сразу же их подключаем на беспарольный флоу через аутентификацию по одноразовым кодам. Сейчас на слайде вы видите QR-код. По нему можно провалиться как раз-таки в настройки ВК-ID. И для тех, кто еще использует парольную аутентификацию, повысить защищенность своего аккаунта, удалив этот самый пароль. Так, ну и все-таки, если кто-то хочет продолжить работу с паролем, то тогда для вас есть двухфакторная аутентификация. И двухфакторная аутентификация у нас сейчас работает по новому флоу, мы на него перешли не так давно. То есть если раньше мы в качестве первого фактора запрашивали фактор знания, пароль, а вторым фактором уже просили пользователя ввести одноразовый код, то сейчас для исключения brute force атак мы поменяли последовательность этих факторов, и теперь в качестве первого фактора мы обязательно запрашиваем одноразовый код, и вторым фактором просим уже пользователя ввести свой пароль. При переходе на двухфакторную аутентификацию без пароля также сталкивались со сложностями. Для пользователей, как я уже чуть ранее затронула эту тему, это новый паттерн поведения, это дополнительные действия. Причем дополнительные действия не только на этапе входа в свой аккаунт, это и дополнительные действия для того, чтобы подключить двухфакторную аутентификацию. Для компании это дополнительные инвестиции в разработку, в сопровождение, в развитие новых факторов аутентификации и, безусловно, дополнительные бюджеты на смс-ки и звонки. Причем с ростом пользователей эти бюджеты также начинают расти, и приходится это учитывать и закладывать в расходы. На сегодняшний день у нас 87% аутентификации в социальной сети — это беспарольные аутентификации. Итак, двухфакторка, беспароль — вроде здорово, обеспечивает средний уровень доверия, но это еще не самый классный вариант. Мы смотрим в сторону высокого уровня уверенности в том, что сейчас в аккаунте находится не злоумышленник.
Поэтому в июле прошлого года мы запустили новый способ аутентификации пользователей в ВК-ID. Это аутентификация по электронным ключам. На сегодняшний день она у нас представлена двумя вариантами. Это аутентификация по электронным ключам, которые называются OnePass, как альтернативный метод входа в аккаунт, и аутентификация только по электронным ключам. В чем разница двух этих методов, спросите вы. А может быть, не спросите, но я вам расскажу. Итак, когда мы говорим про OnePass, это способ входа в аккаунт, который пользователь может на экране авторизации выбрать из так называемой шторки. То есть у пользователя есть возможность переключения между факторами аутентификации. Если он в данный момент не хочет заходить по OnePass, он может переключиться на пароль или на двухфакторку. Безусловно, то же самое может сделать злоумышленник, то есть переключаясь на двухфакторку, все те же риски, которые у нас характерно для нее, их мало, их всего 1%, но они существуют. И переключаясь на двухфакторку, опять же, получение через социальную инженерию одноразового кода, подбор пароля, и пользователь попадает в аккаунт, злоумышленник попадает в аккаунт пользователя. Когда мы говорим про аутентификацию по OnePass Only, то эти риски у нас исключены за счет того, что в этом флоу пользователь может зайти только по электронным ключам. У него автоматически становятся недоступными другие способы входа, и вот он по электронному ключу с любого своего устройства попадает в аккаунт. И, собственно, аутентификация именно по электронным ключам обеспечивает высокий уровень доверия и максимальную защищенность аккаунта наших пользователей. Настройки достаточно просты, так же, как и возможность стать беспарольным пользователем. Юзер у нас заходит в свой аккаунт и просто добавляет ключи OnePass и в следующем блоке настроек устанавливает ключи OnePass как единственный способ аутентификации. Ну, собственно, вот на данном слайде как раз-таки видно шторку, которую пользователь открывает для выбора способа входа в аккаунт. Вот у него не получилось зайти по ключам, допустим, или злоумышленник видит то же самое. У него не удалось зайти по ключам, он выбирает, здесь немножко съехала картинка, по кнопке «Выбрать другой способ аутентификации», ему открывается шторка, и он, собственно, уже какой-то из вариантов для себя выбирает и заходит в аккаунт. На самом деле OnePass — это не наше изобретение с нуля. В основу него положены мировые лучшие практики. Вот сейчас на слайде вы видите информацию по двум методам веб-аутентификации криптографической. Стандарт WebOSN — это как раз такая первая база, первый кирпичик, который запустил это направление криптографической веб-аутентификации. Он появился примерно в 2019 году. Вот, и с тех пор потихоньку его начинают поддерживать различные браузеры, поскольку WebOSN — это именно браузерная API для криптографической аутентификации. И в 2021 году иностранные компании Apple, Google и Microsoft в основу своего нового метода аутентификации PASKEY как раз-таки положили стандарт WebOSN. И отличием между двумя этими способами стало то, что зарубежные компании предлагают пользователям синхронизировать ключи в облако, и за счет этого допускается шаринг между всеми устройствами пользователя одной и той же ключевой пары. В основе OnePass также лежит стандарт WebOSN. На текущий момент времени электронные ключи могут храниться на мобильном устройстве пользователя, могут быть сгенерированы на персональный компьютер или на внешне защищенный носитель токен, с которым многие знакомы, кто работает с электронной подписью и шифрованием данных. Давайте немножко про технику, как происходит генерация наших ключей и как происходит последующая аутентификация по ним.
На данном слайде представлен именно процесс создания ключей 1Pass. На самом деле стандарт WPOSN, он в принципе предусматривает всего два метода. Это два метода API. Первый метод — это генерация учетных данных. В качестве учетных данных как раз-таки выступает пара открытый-закрытый ключ. И второй метод — это метод подписывания данных, которые устройство пользователя получает от веб-сервера. Вот, собственно, идем, вначале рассматриваем первый метод и далее второй метод. В основе асимметричная криптография. Думаю, многие с ней знакомы. Когда у нас есть открытый-закрытый ключ. Открытый ключ используется для проверки подписи, закрытый — для создания подписи. WPOSN — это как раз-таки работа с электронной подписью. Создание ключей. Есть у нас клиент, есть у нас веб-сервер. Когда пользователь заходит в настройки VK-ID и нажимает кнопочку «Добавить электронный ключ», на его устройстве происходит генерация ключевой пары 1Pass, закрытый и открытый ключ. Далее закрытый ключ у нас всегда хранится в защищенном контейнере, и этот контейнер должен быть дополнительно чем-то обезопасен. И на текущий момент времени это как раз-таки биометрия. Там может выступать Touch ID, Face ID, либо же, если мы работаем с защищенным носителем, то пин-код на этот защищенный носитель. После того, как ключи сгенерированы, шаблон пользователя биометрический установлен на защиту доступа к ключевому контейнеру, у нас на сервер VK-ID отправляется открытый ключ пользователя. Открытый ключ — это общедоступная информация. По открытому ключу невозможно восстановить закрытый. И на сервере VK-ID происходит сохранение в базу в привязке к логину пользователя значения этого открытого ключа. Когда пользователь хочет зайти в свой аккаунт, что происходит? Это как раз-таки второй уже метод пошел в WPOSN API. Есть клиент. На клиенте происходит запрос доступа к контейнеру закрытого ключа 1Pass. Запрос при предъявлении, соответственно, биометрического шаблона. Пользователь сканирует лицо, прикладывает палец. Доступ к контейнеру открыт, и на сервер VK-ID отправляется запрос на получение доступа. VK-ID ищет логин этого пользователя и смотрит: да, этот пользователь у меня в базе есть, отправлю я на клиент запрос, чтобы проверить владение устройством клиента закрытым ключом. Ну и сервер VK-ID отправляет некий блок данных на сторону клиента, где происходит формирование подписи этого блока с использованием закрытого ключа, доступ к которому мы уже открыли с помощью своей биометрии. Блок данных подписан, и он отправляется обратно на сервер VK-ID. Сервер выполняет проверку, проверка пройдена успешно, значит, доступ пользователю может быть предоставлен. По сути, вся эта схема, она невидима для пользователя. То есть если на нашей стороне происходят какие-то сложные вычисления, сложный процесс разработки, программирования и так далее, то для пользователя это, по сути, просто вход по его локальной биометрии на устройстве. Ну и какие преимущества использования этого способа аутентификации? Кажется, что они очевидны. Во-первых, пользователю не нужно запоминать никакие длинные пароли. Ему не нужно эти пароли никуда вводить. То есть повышается очень время доступа самого пользователя к своим данным. При этом устройство, ну, можно потерять, безусловно, его может кто-то украсть. Но вероятность того, риск того, что устройство пользователя будет утеряно, и злоумышленник получит доступ к этому устройству, там, узнав пин-код или каким-то образом взломав его, он очень низок. Ну и еще важный момент, что ключи 1Pass, они генерируются для конкретного сайта, а именно сайт VK-ID. То есть каким-то образом подделать, сфишить эти ключи не удастся, в принципе, никому. На сегодняшний день число пользователей 1Pass у нас около 3 миллионов. Мы планируем это значение пользователей растить и продвигать именно фактор, обеспечивающий высокую уверенность в том, что пользователь, реальный пользователь, зашел в аккаунт.
Мы столкнулись рядом проблем при запуске этого способа аутентификации. Самое, наверное, важное заключается в том, что для пользователя это непривычный способ аутентификации, он не понимает, как это работает. У него есть сложности с настройкой, есть сложности с пониманием продуктовых сценариев. И вот сейчас у нас есть цель различными маркетинговыми инструментами продвигать историю с OnePass, рассказывать пользователям, почему это важно, зачем это нужно делать, ну и рассказывать, как в принципе выполнять подключение и дальнейшую аутентификацию проходить именно по таким ключам. Что хочется сказать в завершении. На сегодняшний день провайдер VKID — это провайдер современных методов идентификации и аутентификации, который обеспечивает различную уверенность в том, что в аккаунте находится не злоумышленник. Но многие пользователи до определенного момента продолжали выбирать для себя парольную аутентификацию. Поэтому на сегодняшний момент мы стараемся продвигать беспарольный флоу и двухфакторку, которая уже дает среднюю уверенность в том, что в аккаунте находится наш реальный пользователь. При этом двухфакторная аутентификация и беспарольный флоу обеспечивают уверенность на 99% и защиту аккаунта на 99% от взлома. Но вот этот 1% он продолжает иметь место, и поэтому сегодня мы предлагаем нашим пользователям переходить на криптографическую веб-аутентификацию. Это не только гарантия защиты аккаунта пользователя от взлома, но также и для нас, как для разработчика, это история про безопасность наших пользователей и при этом про экономичный инструмент подтверждения подлинности пользователей. Вот, коллеги, на данном слайде мой доклад завершен. Я готова отвечать на вопросы. Такой вопрос. А вот у GitHub какой-то новый метод аутентификации появился, где, как я понял, после генерации ключей у тебя в зависимости от времени генерируется какая-то чиселка, и ты ее вводишь? Возможно. Я просто больше менеджер, не частый пользователь GitHub. Я думаю, что GitHub вполне себе может поддержать WebOSN. Чиселка — это, скорее всего, пин-код на доступ к контейнеру. Ну, то есть там какой-то протокол, что после генерации ключей в зависимости от времени меняется число. Нет, вы не знаете? Это больше похоже на одноразовый код, который работает по значению времени. А там точно генерация ключей происходит? Может быть, ты говоришь про кодогенератор? Вход по одноразовому паролю, который создается кодогенератором. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Хотелось бы узнать, вот данная технология, она имплементирована на enterprise уровне, например, для доступа к внутренним ресурсам компании? Или же это только для вот сервисов, которые поставляются пользователям, ну, end-customerам? Спасибо за вопрос. Да, смотри, у нас сегодня практически все сотрудники заходят по OnePass, и большая часть сотрудников уже заходит только по OnePass. То есть у кого-то еще сохранилась возможность альтернативного входа, но для кого-то ее уже нет. И да, мы активно используем эту аутентификацию для защиты наших аккаунтов, поскольку у нас пользователи, там ряд рабочих вопросов решает в том числе там, в социальной сети. Вот, поэтому да, это обязательно для нас, это безопасно. Мы этим активно пользуемся. Спасибо за ответ. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Если пользователь перешел на OnePass без пароля, и у него единственное устройство, на котором хранятся ключи, и он потерял это устройство, как он может восстановить доступ к аккаунту? Восстановить доступ можно. На самом деле у нас эта история идет через поддержку. Что это значит? Это значит, что пользователь, у которого вот на текущий... Если это... Смотри, еще тут нужно разделить. У него был просто OnePass или OnePass only у пользователя? OnePass only, что нет возможности ввести потом пароль.
Да, мы, когда пользователь приходит на подключение в OnePass Only, обязательно уведомляем о том, что в профиле должна быть актуальная информация. То есть должна быть как минимум одна фотография и актуальные фамилия и имя. И в случае, если вот такой кейс, он имеет место, то есть пользователь потерял устройство, то он пишет в поддержку, и по фото пользователя вместе с паспортом мы восстанавливаем доступ к аккаунту. Но наличие актуальных данных в профиле, оно обязательно. Спасибо. А были ли такие кейсы, когда обращаются в поддержку, но фото и паспорт подделывают, например, там нейросетями или прочим? Да, классный вопрос. На самом деле у нас пока что таких случаев не зарегистрировано, но зная про такие кейсы, мы сейчас в эту сторону смотрим и думаем, как мы будем от этого защищаться. Таких случаев у нас пока не было. Спасибо. Еще раз можно уточняющий вопрос. А доступ вот к защищенному контейнеру, когда мы подключили OnePass, он идет только по биометрии? Или можно какую-то, опять-таки, фраза, пароль? У нас сейчас поддержан доступ к контейнеру по биометрии. И если ты используешь защищенный ключевой носитель, ну вот токен, вот эту флешку, то там можно использовать пин-код на доступ к этому токену. Ну просто, к примеру, если я сижу не с телефона, а с компьютера, где у меня нет никакой биометрии, то как я буду получать доступ к защищенному контейнеру? Смотри, когда ты сидишь с компьютера, ты, безусловно, можешь прямо на этот компьютер контейнер сгенерировать, и на этот контейнер у тебя будет установлен пин-код. Все верно. Но когда ты работаешь с телефона, насколько мне известно, Android также поддерживает доступ по пин-коду и по Touch ID, а вот iOS, он пускает тебя только по твоей биометрии. Вот, то есть здесь различные сценарии, пин-код он есть на защищенный носитель и на контейнер, который в реестре персонального компьютера. Здесь по пин-коду, да, можно. Ну, то есть когда я ввожу пин-код, у меня никакие данные не отправляются на ваши серверы, нет, да? Нет. То есть я могу сбрутить пин-код, по сути, как-то, если я попал на машину? Так у тебя пин-код, он локально. Это локально. Пин-код на доступ к локальному твоему контейнеру закрытого ключа. Ну да, если я захватил, грубо говоря, компьютер пользователя, я могу сбрутить этот пин-код, верно? Если он там четырехзначный или сколько? И если ты захватил компьютер пользователя... То есть биометрии у меня нету, токена у меня нету, получается, преградой является только вот этот вот пин-код, да? Ну, у тебя, считай, уже у тебя устройство похитили. Ну да, все верно. Вот, у тебя устройство похитили, у тебя там кто-то подобрал пин-код. То есть здесь защита, во-первых, фактором владения и фактором знания. Да, нужно будет подобрать пин-код и нужно будет украсть у тебя компьютер. Все, спасибо. Пожалуйста. Ну, это маловероятный сценарий. Именно кража, потеря устройства, тут риски не так высоки, как брут пароля. Татьяна, спасибо за доклад. Расскажи, насколько сократилось обращение в поддержку таких пользователей? Ну, то есть вот после того, как вы ввели для этой когорты OnePass, и особенно OnePass Only, вот они приходят за восстановлением доступа или там конверсия намного ниже стала? Смотри, приходят, да, за восстановлением доступа. Но здесь еще такой момент. Если у тебя есть где-то сессия, ну, то есть если ты совсем потеряла доступ к своему аккаунту, то ты идешь в поддержку. Но если все-таки у тебя есть сессия, ты потеряла мобильное устройство, но у тебя есть сессия в вебе, то ты, по сути, можешь ключи с мобильного устройства удалить через личный кабинет, создать ключ на какое-то новое устройство. То есть пользователи приходят к нам с вопросами по работе этих механизмов, безусловно, вопросы есть. Но вот именно потеря доступа к своему аккаунту, там буквально вот единичные случаи, когда пользователь вообще никак не смог зайти. То есть, по сути, вы прям резко сократили количество восстановления, ну, как бы, запросов на восстановление доступа благодаря этой технологии? Смотри, у нас сейчас около 123 миллионов активных пользователей. Из них всего 3 пока. Из них пока всего 3. Ну вот для этой, как бы для этого процента у них, по идее, прям существенно сократилось количество обращений. Обращения есть. Не скажу, что их меньше гораздо, чем там по двухфакторке, по беспаролю, но поскольку это все-таки новый продуктовый флоу, вот на данном этапе вопросы есть, они поступают. Понятно, спасибо большое.
Татьяна, благодарю за доклад. Такой вопрос, возможно, глупый. Вот смотрите, в OnePass есть открытый и закрытый ключ, да? И, на мой взгляд, это очень похоже на SSH-ключи. Там тоже открытый и закрытый ключ есть. И вот есть уязвимости определенные у SSH. Вот, и вот те же самые уязвимости будут и у OnePass, или это не следует сравнивать в таком виде? А можете назвать уязвимости SSH? Ну, вот здесь пишут, что, например, не очень стойкое, ну, ограничено шифрованием RSA, например, уязвимость SSH рукопожатия. Вот. И таким образом можно, скажем так, подделать, что ли, ключ. Я, если честно, сейчас про уязвимости рукопожатия не смогу вспомнить. По сути, в основе, ну, уязвимость RSA — это такой тоже достаточно спорный вопрос. То есть зависит же от длины ключа. Чем длиннее ключ, тем менее уязвим алгоритм. Вот. Поэтому здесь с SSH сейчас сложно сравнивать, честно. Затрудняюсь с ответом. Всем спасибо. Так, у нас осталась прям буквально одна минутка. Я думаю, еще на один вопрос. И мы будем отпускать Татьяну. Татьяна, спасибо за доклад. Хотел узнать. Вот вы сказали, что в зависимости от разного типа аутентификации вы по-разному доверяете пользователю. Вы как-то по-разному обрабатываете его действия в системе? То есть вы как-то потенциально пытаетесь выявить, кто злоумышленник, а кто нет? Да, спасибо за вопрос, классный. На самом деле сейчас у нас как раз-таки одним из микросервисов, механизмов обеспечения безопасности идет проработка и подготовка к разработке новой системы, которая позволит нам анализировать ряд признаков пользователей, в том числе и то, насколько мы доверяем вот той аутентификации, которую пользователь прошел. Это важный момент, то есть, допустим, там, при изменении в профиле парольного пользователя мы ему, безусловно, будем совсем доверять с низким уровнем, потому что и фактор ненадежный, и при этом еще есть какие-то изменения, и предпринимать определенную логику реагирования на такое поведение. Сейчас на чем у нас основана эта история? Это история про масштабирование именно высокого уровня доверия пользователя к аутентификации среди нашей аудитории. Мы хотим быть уверены, что аккаунты пользователей не будут взломаны. То есть вот у нас сейчас это вот деление, оно больше про продвижение истории с криптографической аутентификацией. Спасибо, Таня.